Строительство и эксплуатация инженерных объектов в условиях многолетней мерзлых грунтов – сложная задача, от решения которой во многом зависит безопасность добычи и транспорта газа. При подготовке освоения месторождения Ямала был выявлен ряд геотехнических проблем, сегодня успешно решенных. Комплекс научно-технических решений, примененных на Баваненково, был отмечен премией правительства Российской Федерации в области науки и техники. Впервые в строительной практике в России была реализована новая концепция строительства инженерных объектов в условиях криолитозоны с учетом потепления климата. Тему продолжим с экспертом в этой области, заместителем директора Инженерно-технического центра общества «Газпромдобыча Надым» Алексеем Осокиным. Здравствуйте, Алексей Борисович. Здравствуйте. А в самом сложном регионе производственной деятельности надымских газодобытчиков в Арктике проблем много. И при строительстве, при обустройстве ямальских месторождений уже применено много инженерно-технических решений. А сегодня какие проблемы в центре внимания мерзлотоведов на этой территории? На сегодняшний день, безусловно, внимание геокриологов, внимание геотехников сосредоточено на объектах полуострова Ямал. И одной из приоритетных задач для нас сейчас – это оценить, насколько адекватны приняты проектные вот эти новые решения, насколько эффективно они работают. Второе, после того, как мы запустили в работу месторождение, возникли новые вызовы, то есть природа, как это обычно бывает, оказалась намного сложнее, чем предполагалось, когда проектировались объекты. Возникла в 2013 году масштабная проблема с опасными экзогенными процессами на территории месторождения. Сейчас мы отмечаем деформации на кустовых площадках. То есть быстро разобраться и принять адекватные управляющие решения, купирующие возникшие риски. Ну, с процессами, с опасными экзогенными процессами мы достаточно эффективно научились справляться. Значит, с другими проблемами сейчас мы в стадии исследования и разработки решений. И третья масштабная проблема, с учетом вот всего уже полученного на Ямале как положительного, так и отрицательного опыта, значит, принять адекватные проектные решения для обустройства последующих месторождений. В первую очередь речь сейчас идет о Харасовейском месторождении, ну и далее это будет Крузенштерн. Алексей Борисович, вы только что вернулись с 5-й международной конференции геокриологов, которая состоялась в МГУ. Расскажите о своем участии в этом форуме. Это был достаточно масштабный форум геокриологов. Что для меня было важно? Значит, на прошлой конференции в 2011 году, которая также проходила на геологическом факультете, я выступал с большим докладом, посвященным результатам наших исследований по реакции многолетней мерзлоты на территории севера Тюменской области, Ямала, на многолетнюю динамику климата, на многолетнее потепление. К этому докладу тогда отнеслись с вниманием, но и с определенной долей скепсиса, потому что для многих ученых еще тогда было не очевидно, что это очень серьезная масштабная тенденция потепления в Арктике. Значит, мы на основе полученных исследований приняли концепцию резервирования надежности при строительстве основания фундаментов на Ямале, о чем я говорил в вашем эфире уже. Сейчас на нынешней конференции я получил подтверждение от ряда исследователей, геокриологов с мировым именем, что мы на верном пути. И мы, как вот сейчас опять же подтвердилось, я имею в виду наше общество, при реализации крупного инвестиционного проекта, при масштабном промышленном строительстве в условиях Ямала, впервые в практике не только «Газпрома», но и в практике освоения новых территорий в масштабах Российской Федерации вот внедрили вот эту концепцию максимально возможного учета потепления климата и заложения адекватных резервов в надежность оснований фундаментов строящихся сооружений, что является очень важной составляющей промышленной безопасности этих объектов. Спасибо, Алексей Борисович, что пришли к нам в студию.